электронном станке идет уже 4 вытяжных ребутки для лучшего вытяга наперед. Цепной вот там идет. Плюс я уже сегодня туда. Регулировки удобные идут. Выставление ножей, то есть они регулируются отсюда, контрагаются. И дополнительно еще фиксация сделана. Идут. Сам станок выполнен из 16-го листа. То есть уже и масса поднялась, да, опять? Да, массивно. Но при этом габариты сократились. При таком компактном исполнении у него вес достаточно приличный. Активы защиты. Тут идут двух уровней. То есть нижние идут, верхние идут. Компактненько. И на выходе куча доски. Идет транспортерная лента. То есть для выброса. В смысле, она уже в станке теперь? Да, уже устанавливается, да? В станке идет, там, да, транспортерная лента. То есть уже привод транспортера в комплектации станка. В комплектации станка все идет. Вообще космос. Да, лайт. Как багажник на машине? Как багажник. Провода в броне шине идут. Пластик? Нет, металл. Металл. Да. Мы же работаем с металлом, мы да? Подачи надо увеличить. Это красная доска. Красная доска. А пиление, оно лучшее пиление дисковое. Согласен. Лучше дискового пиления, ну ничего пока, нет. Пока не придумали. Плазменную резку, да? Да, да, дисковое классное. Лазерный меч. У меня и тоже диск, я тоже использую дисковое пиление. В основном. Также в одно из преимуществ идет, там идут двигатели, идут непосредственно через муфту напрямую. То есть где-то примерно от 10-15% мощности остается в станке, то есть нежели чем через ременную, через пиндель. Не теряется мощность, да. То есть, при более при тех же станках на других станках, то есть он будет быстрее тянуть. Найди ступеньку, если сможешь.